Привет, друзья! Компания Honor в эти дни балует изобилием новых смартфонов, про которые я вам рассказывал. Но и старший брат Huawei не отстает. Помимо своей гибкой раскладушки, про которую я расскажу на днях, компания представила умные часы Watch D, одной из главных фишек которых стала функция измерения артериального давления. Точность плюс-минус 3 мм ртутного столба, как у большинства автоматических тонометров. Давайте рассмотрим новинку подробнее. Посмотрим на ее фишки под Подписывайтесь на канал. Поехали! В новинке есть оптический датчик сердечного ритма и функция снятия электрокардиограммы. Компания сообщает, что Watch D были зарегистрированы управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая как медицинское устройство второго класса. Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава. Экран 1,64 дюйма AMOLED разрешением 456 на 280 пикселей в количестве 326 ppi. Батарея на 451 мАч обеспечивает до 7 дней автономности. Имеются NFC, Bluetooth 5.1, GPS, а также функции отслеживания уровня кислорода в крови, пульса, качества сна и не только. Часы получили защиту IP68 и поддерживают более 70 спортивных режимов. В качестве операционной системы фирменная система Harmony OS. Huawei Watch D стоит 34,5 тысячи рублей на родине. В продаже будут с 25 декабря. Напишите в комментариях, как вам новинка. Стоит ли переплачивать за тонометр на руке? Спасибо за лайки, впереди много интересных новостей. Пока-пока.